Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алена Негмержицкая. Сегодня хочу поделиться с вами своей декоративной косметикой. Правда, не всей, но так, часть сегодня хочу вам показать. Начнем, пожалуй, с туши. Для себя недавно открыла тушь вот с такой вот кисточкой, силиконовая. Она, вы знаете, хоть такая как бы необычная у нее кисточка, да, но при этом очень хорошо прокрашивает, разделяет, удлиняет ресницы. Так, ее артикул 55-54. Очень мне понравилось, поэтому буду ей пользоваться. Помимо этой туши, также очень люблю тушь Максим. У нее большой объем, 13,5 мл. Тоже силиконовая кисточка. Я вообще люблю силиконовые кисточки. Она, мне очень нравится эта тушь. Она делает прям, знаете, такие очень большие ресницы. Как будто бы прям лапки паучка. Поэтому ей не нужно долго стоять в зеркало, чтобы накраситься. Мой рекорд — накрасила глаза за 2 минуты вот этой тушью. Так, артикул 55-75. Сейчас у меня на глазах подводка из новой серии. Stay One Faberlic. Она в форме фломастера. Вот. Ей очень легко рисовать. Сейчас я покажу вам. То есть, если вы не очень владеете подводкой, то это ваш вариант. То есть, ей можно делать как толстые, так и тонкие линии. Ну, то есть, видите, да? Хочу, кстати, сказать, вот предыдущие, которые были, если кто-то из вас застал, то они очень быстро засыхали. Эта же подводка у меня уже несколько месяцев. С апреля месяца. Сейчас август, май, июнь, июль, август. То есть, пока я еще пользуюсь. Улучшили они вариант вот этой подводки, поэтому если та быстро у вас засохла, то это гораздо лучше подводка. Карандаш для глаз 55-46, коричневый, ой, карандаш для бровей, прошу прощения, как видите, он уже порядком источился. Сейчас я вам покажу цвет, то есть это коричневый, там два варианта у нас. Коричневый и темно-серый. Вот цвет. Ну, то есть достаточно натурально делать брови. Мне нравится. Как видите, уже почти весь потратила. Следующее — это ухаживающий гель для бровей. Он вообще изначально был прозрачный, но исходя из того, что когда ты накрасишь брови и потом еще сверху вот этим вот прозрачным гелем, он у меня немножко покрасился. Сейчас его, по-моему, нет в каталоге, ну, возможно, появится. На всякий случай скажу артикул 55-85. Очень мне нравится. Бывает такое, что брови в разные стороны разлетаются, и это тот замечательный продукт, который хорошо укладывает брови. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то возьмите данное средство. Вот так вот оно выглядит. То есть, видите, щеточка. И ей мы расчесываем бровки. И в свою очередь укладываем их. Очень люблю я бронзанты для лица. Это вообще старая коллекция. Как видите, уже почти израсходован у меня. То есть здесь коричневый цвет и хайлайтер. Коричневый я использую
в виде румян, скульптурирование кожи, а хайлайтер, как всегда, выделяю все, что мне нужно. Сейчас я вам хочу продемонстрировать. Да, так, вы знаете, на пальцах у меня не особо видно, но я сейчас попробую вам передать. Не знаю, видно вам или нет. Вот он прям коричневый, и вот хайлайтер для сияния. Сейчас камера сфокусируется. Ну, то есть, поняли, да? Хайлайтер и вместо румян. Использую, мне очень нравится. Во-первых, долго не заканчивается. Его уже нету в каталоге. Его был артикул 4072. Но, в принципе, по сути, они свои не отличаются. Бронзанты. Поэтому сейчас вот я этот использую. И следующий уже у меня лежит на подходе. Так, консилеры у меня почти все есть. Сейчас я вам покажу коричневый. Коричневый мы используем для того, чтобы замазать темные круги под глазами. И вот эти вот части перед тональным кремом. Вот так вот он выглядит. Хорошо очень растушевывается. Не буду сильно сейчас размазывать. Ну, то есть видно, да, что все-таки такой хорошо скрывает. Особенно вот темные круги. Иногда я, кстати, даже просто им мажу без CC-крема. И у меня прям гораздо лучше идет. Так. Следующая — это такая замечательная кисточка из серии Секрет. Артикул напишу вам внизу этой кисточки. Мне очень нравится то, что она закрывается. И то есть никакие микробы на нее не попадают. Вот таким образом взяли и закрыли. Все герметично и замечательно, что очень важно. Хотя кисти я часто мою, потому что все-таки с кожей взаимодействие. Так, следующее — это также с предыдущей коллекции пудра Секрет. Ее особенность в том, что если сухим спонжем используете, то получается как пудра. Если вы влажным спонжем используете, то как легкий тональный крем. Вот так вот она закрывалась. То есть оттенок натуральный, в комплекте идет спонжик, у меня тоже уже почти закончилось, люблю эту пудру, не высушивает кожу, скрывает недостатки, хорошая вещь. В принципе, из нынешней серии Секрет тоже очень хорошая, много брали у меня и хвалили. Так, карандаш. Ну, последнее хотела бы завершить. Уже также видео рассказывала вам об этом. Это палетка серии Beauty Box. Несколько цветов. Сатиновые, с шиммером идут цвета. Вы знаете, очень стойкое нанесение данных теней. Мне очень нравится экспериментировать, и я на глаза наношу два оттенка, вот оранжевый и зеленый. То есть сначала базу наношу с розовым или вот с этим светлым оттенком, а потом уже на середину века оранжевый и зеленый. Вы знаете, очень прикольно смотрится. Вот, поэтому очень такой летний макияж. Обязательно попробуйте данную палетку.
Я всегда использую как минимум 2-3 цвета. Также мне нравится, когда вот, допустим, розовый, вот этот нижний оттенок, и вот также фиолетовый нанести, и сверху еще черным, то есть как подводку сделать. Тоже очень интересно смотрится. Очень, кстати, насыщенные цвета. Поэтому обязательно возьмите такую палетку, и вы не пожалеете. Сейчас я хочу вам продемонстрировать, как они смотрятся. Не знаю, будет ли видно тут у меня. Давайте я на пальчиках покажу вам. Так. Первый оттенок, второй, третий, четвертый. Вот обратите внимание, какие хорошие пигментированные тени. Очень хорошо ложатся на глаза. Вот целый день я прям с ними хожу, не осыпаются. Единственное, что в такой момент важный, я на веко наношу пудру. То есть нужно наносить или пудру, или основу под тени, потому что, ну, бывает такой момент, что у меня как бы кожа, она комбинированная, и бывает, выступает жирность. И тени, если пудру не нанести, не так будет хорошо держаться. Если у вас есть такая проблема, то есть жирная кожа или комбинированная, обязательно либо пудру, либо же наносите базу для теней. Тогда у вас будет хорошо держаться. У меня прям целый день держится. Вот я с утра наношу макияж, целый день хожу. Вот также вот этот макияж с подводкой я нанесла вот сегодня в 9 утра. Сейчас у нас 10 вечера, и у меня до сих пор еще, как вы видите, держится, да, подводка. Подводка, брови. Вот. Хочу также вам показать вот эти два оттенка. Вот фиолетовый и черный. Надеюсь, то, что вам хорошо видно. Вот, они очень такие насыщенные. Еще раз вот эти вам покажу. Те светлые, а вот эти вот зелененькие, оранжевые. Хорошие тени. Благодарю вас за просмотр. Если вы также желаете стать консультантом компании Faberlic и иметь на всю продукцию от 20% скидку, ссылку оставлю внизу под видео. Благодарю вас за внимание.